Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи. Сегодня мы находимся в Одессе, на берегу Черного моря, в главной студии Центра современного искусства «Аурум». И сегодня у нас эксперимент в композиционном классе. Что это будет за эксперимент? Мы с Владимиром мягенько от натюрморта, по правилам натюрморта, переходим к рисованию человека, к живописному изображению человеческих образов, которые могут переплетаться с чем угодно, с облаками, с деревьями, с животными, с птицами, с рыбами. В общем-то, все, что мы делали в натюрморте, по правилам натюрморта, мы сейчас будем делать с людьми. Thank you.